гонка будет называться «Битва Марса и Венеры». Девушки будут представлять, собственно, Венеру, женскую энергию, а парни будут представлять Марс. Я надеюсь, что Марс останется джентльменом. Сегодня мы находимся на съемке небольшого, как бы сказать, испытания. Да, я сначала думал, что мы приехали, короче, на кладбище, но нет. Как бы мое прошлое испытание связано было с театром, я собирался на похороны своей тещи. Вот, поэтому я думал, как бы приезжаем сюда, думаю, о, что-то похожее, походу приехали, вот. Либо просто Алвара на нас разозлилась с Алисой, это наше хреновое, просто очень хреновое исполнение наших обязанностей, вот. И поэтому решила нас сегодня отправить на такую локацию. Поэтому сегодня у нас что-то будет а-ля топ-бомж по-украински, походу. Локация суперская, это мой район, я тут живу недалеко, кстати, так что я пропитался своим райончиком, все четенько. Ну, такое чувство, что немножко лет так 150 спустя после атомной войны. Ну, прикольно. Образ реально сейчас это просто отображение моего внутреннего состояния на данный момент, типа это цвет моего настроения на эту неделю, короче, как бы перевоплощение из голубой лагуны в зеленого мексиканца. Здравствуйте, топ брови по-украински номер один, обратите внимание. Короче, ну у нас как бы тут, я не знаю, что мы здесь вообще делаем на этой локации, но максимум, что мы можем, это пугать бомжей. А локация, конечно, извините за выражение, полная свалка. Нас привезли, именно тупо попустили после лакшери недели. Нас привезли именно, я непонятно куда, что это вообще за отходы. Короче, мой образ офигенный. Я не знаю, я чувствовала себя сначала Ларой Крофт, но потом, когда мне добавили эти огонь этот на лицо, я почувствовала себя каким-то воином. В общем, я в восторге от своего образа, и я готова воевать. Образ шикарный, я типа не знаю, кто я подозреваю, что я какой-то Саб-Зиро или какой-то еще персонаж из Marvel там, или не знаю, каких-то X-менов, я не знаю, что-то такое вот. А я думал о том, чтобы типа вытатуировать подобную штуку себя на ушах, ну, только более эстетично это сделать, но я отказался от этой мысли все-таки, типа, потому что мало ли куда жизнь заведет, а у меня уже мочки ушей забиты. Образ классный, но мне кажется, что я похожа на инопланетянскую шалашовку. Я не знаю, как это объяснить, но я вроде бы как инопланетянка, но какая-то непристойная. Локация нереальная, атмосфера тоже, холодно, такое ощущение, что сейчас все против нас, но при этом локация нереальная, мне кажется, что все людство вымерло, и мы, как инопланетяне, приехали его либо заселять, либо наоборот убивать всех оставшихся людей, и мне кажется, будет круто. Ну что, Софи Крофт, расхитительница помоек, и... Денис Ковалев, тоже расхититель всех. Расхититель бровей. Сегодня мы работаем в паре. Да? Дура, работаем сегодня в паре. Да, в паре. Фэшн-пара. Да, фэшн-пара. Как мы назвали этот галактическая семейка, как у нас? Галактическая... Галактическая... Короче, галактическая пара. Да, трансгалактика.